15 декабря газета «Колпашевская» отмечает свой день рождения, 16-й по счету. Хоть возраст издания пока небольшой, но для редакции газеты достаточно весомый. С момента выхода первого номера газеты «Колпашевской» многое изменилось и с точки зрения элементов оформления, и в плане подачи материала. Но неизменным на протяжении всех этих лет оставалась преданность интересам читателей. Коллектив газеты всегда стремится к тому, чтобы каждый житель Колпашевского района, вне зависимости от профессии и возраста, смог найти для себя на страницах газеты «Колпашевской» важную, полезную и интересную информацию. Как проходит жизнь района в целом и каждого человека в отдельности, новости, события, рассказы о людях и трудовых коллективах, ответы на вопросы, реклама товаров и услуг – все это можно увидеть и прочитать на страницах газеты «Колпашевской». Как отмечает шеф-редактор Оксана Шергина, коллектив редакции не стоит на месте, а движется вперед, ищет новые формы работы и взаимодействия с земляками. Коллектив газеты благодарит постоянных авторов и читателей и надеется на дальнейшее сотрудничество.